братья-пираты. Позвольте пригласить вас на пиратскую вечеринку по поводу празднования дня рождения капитана Андрея Воробья. Сочту за честь принять вас на борту моего корвета при судаче, пришвартованного у форта Азов. Буду иметь огромное удовольствие видеть вас 22 июля 16 года, когда часы на старой башне пробьют ровно 9. И, конечно же, отличная пирушка. Клянусь всеми морскими чертями, мы славно повеселимся. И разрази меня громче, нам придется пожалеть о проведенном времени. Пароль. Морская мазонка. Дамы и господа! Сто чертей! Потный пожиратель жирных пузырьков! Это тебе в ухо? Прекрасно. А у тебя как? Мария? Да, Мария Блэк. Таня, тебе ширинку. Чтоб тебе в бою ухо отрезать. Скажи что-нибудь. Беззубую. Что было дальше? Все дети как... Слогерон, брамсель тебе в левое ухо. Брамсель тебе в ухо. Бумбрамсель вообще. Ну, тут поменяли. Тут уже занят. Чтоб ты питался одними улитками. Чу-чу. Хорошие забияки и хулиганы. Но почему тут шум и гам? Скажите, ребята, есть отважный капитан и друзья-пираты. Молодец. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех Нимки на свете любил? Человек наш. Бог это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги подобы. Покойный день. Делай деньги. Делай деньги. Пираты — это путешественники, они плавают на кораблях по просторам морской воды. Однако не все пираты смогут выносить морскую качку. Соглашайся быть счастливым, оставайся.
жить с нами, будешь нашим королем. Может, эта вещь нужна нам? Лови скорее! Здесь бутылки из стекла, есть для нас записка. По морям она плыла, пруд пошла. Нюхай сначала. Развернем, прочтем. А вдруг документ секретный скажет, как найти сундук с золотом заветный. Рыл великолепный клад на острове один пират. В большом старинном сундуке сундук, однако, на замке. А ключ придется нам найти, сквозь все препятствия пройти. Путь будет весел, но не гладок. Проплыть течение загадок. Преодолеть все рифы фантов. Нужны смекалка и таланты. Что ж, командуй, капитан. Ждут нас приключения. Может, шторм и ураган, может, развлечение. Наш корабль летит вперед. Ветерок попутный. Кто из храбрецов начнет путь загадок трудных? О профессиях морских все сейчас узнаем. Я читаю первый стих, дружно отвечаем. Андрей, надо пройти испытание. Камбуз, кухня, но морская. Кто обед готовит в срок? Кто готовить обожает? Корабельный Паша. Повар. Мает. Помаши ручку. Кок. Кок. Корабельное судно не попало. Кок. Ни на рифу, ни на мель. Кок всегда один. На вахте у штурвала простоит хоть целый день. У руля он не впервой. Кто он? Это? Рулевой. Рулевой. Андрюха, рулевой. Ну, теперь будут знать наши пиратушки, кто это. Как бы ни била в борт волна, но не страшна ему она. На море самом бурном найдет дорогу... Штурман. Штурман. Прекрасно, вы знаете. Для моряков его слова закон. Он свой корабль ведет по океану. Он командир, умен, отважен он. Такими и бывают капитаны. Конечно! Штурм – неспокоен океан, согласитесь? Сегодня да, штурм и неспокоен океан. Но бравые матросы, а с ними славный капитан, решат все очень просто. Чтобы против ветра устоять, проявить все таланты. Петь, кувыркаться, танцевать, помощи все, ручь. Что скажут фанты. Сейчас у нас будут фанты. Будем разбивать фанты. И проходить испытания на суд. Давай, садись. Это наши фанты. Мы их разбросаем. А да? Их надо перевернуть? Фанты! Да, мы их разбросаем. Ну и кому что достанется? Кому что достанется? Подожди, сейчас. Ну так вот. Что, тебе хватает? Я взял такой. Мне нужно нашу команду построить всех по росту. Заходите. Поставить всех в рядочек, да. По росту. Давай. По росту. Хорошо, пойдем. Становится бортом к небою. Якорь роняет на мокрый песок. И по трапу танцуя шагают три брата-пирата, три богатыря. Пьют гранатовый сок. Гранатовый сок. Ой-ой-ой, гранатовый сок.
граната высоко. Па-бам-па-бам, куда, куда там Колумбу? Куда, куда Магеллан? Куда там Фрэнсису Дрейку? Груди маски. Смотри, получается как, да? Так, а тортик мы когда будем кушать? Ой, извините, пожалуйста. Не убьют, не болтаться мне на рее, не пойти на дно. Фортуна, лотерея, фортуна, лотерея. Мои какие, давайте. Жизнь как в кино? Вроде как в кино, но не как в кино. Потому так любит зритель этот дивный жанр. Наш душевный исцелитель и бальзам для ран. Распахнет иллюзий фея в мир чудес окно. Фортуна, лотерея, фортуна, лотерея. В жизни и в кино. В жизни и в кино. Подождите, вы сначала настроитесь. Так, вспомнили все приятные и неприятные моменты. Так, теперь как-то так вот плечи, животы втянули. Вы же пираты. Ну тяните! Давайте, раз, два, три! Ну, давайте! Давайте, тянем!
Раз, два, три, четыре, пять. Мне надо просто в ту компанию там их... Иллюзии все, я в мир чудес окно! Фортуна! Давайте еще раз, чтобы у нас была по как бы... Давай. Лотерея! В жизни и в кино! В жизни и в кино! В жизни и в кино! И в кино! В жизни как в кино! Вроде как в кино! Сейчас попробуй, назови. Ты должна будешь, Дарика, с помощью папы, черного борода, нарисовать части карты. Ну, пару. Подсказывай. Пару. Сложное задание. Это не моя, это не моя. You are a pirate. We got us a map to lead us to... Вот это грот мачта. Вот это штук мачта. We'll dig up the box. We know it's full of precious booty. Best open the locks and then we'll say hooray. Это смотровая корзина. Тут нос. Do what you want, cause a pirate that's free. You are a pirate. Да, у Даши самое сложное задание, Float on our boat until it's time to drop the anchor, then hang up our coats until we sail. А это корма. А вот это якорь. Вот, здесь висит якорь. На носу висит всегда якорь. Вот это киль. Трюм. Внутри там находится. Трюм. Вот это руль. Вот. That's all locked up with locks and buried deep away. We'll dig up the box. We know it's full of precious booty. А что дальше? Зверька изобразить, чтобы землю нам не позабыть. Привет! Я обезьяна. Я живу в тропических джунглях. Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и то. Банко тресто, президенто, ограблянто, не моменто. Сцену нас снимают на лето. Ой-е. Мы бандиты, знаменитые стрелянки, лето. Ой-е. Мы Кабриолето, ой, постоянно бьемся, постоянно сильно. Вот Джон и Диано, ой, Милиман, я не пиво.
Мы сейчас напишем пожелание нашему имениннику Андрею тебе, да? Ты самый скромный из ребят, моряк отличный, наш пират. Настоящий пират. С днем рождения тебя, капитан. С настоящим морским днем рождения. Жизнь как будто большой океан. С островами и сильным течением. Пусть попутные дуют ветра, пусть друзья будут верными самыми. Пожелаем тебе навсегда в твоей жизни счастливого плавания. С днем рождения тебя, капитан. Понять, где туда, где искать клад. Это штурмозовой шторм.
смотрите сюда. Вот мы находимся на переезде удачи, да? Ваша метка. Вам нужно сделать 10 шагов. Туда. Нет, дорогие мои. А ты их нарисовала? Это... Нет. Молодец. Смотрите, идемте. 10 шагов делаем. Андрей, капитан, делай 10 шагов. Я нашла! Вставай. А теперь раскрываем, что у нас здесь. Это сундук настоящий. Вторая часть карты. Сэм, включайся. Сэм. Что здесь может быть на этой части? Как ты считаешь? Тут мы должны от этого места отойти 20 шагов. Один, два, три. Есть что-то? Не-а. Смотрите, пиратский круг. Мы на правильном пути. Нет. А ну покажи, стрелка там какая-то. А ну покажи. Стрелка в карте. Вот туда. Поднимайся. Смотри. Hello, 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 hello. Андрюха, давай первый пошел. Ага, пропускай капитана вперед. Пиратов. А какие ты были? О, смотри. Боже мой, это кто такой? Ты был? Да. Это кто такой? Это хранитель. Хранитель сокровищ. Хранитель сокровищ. Забирайтесь, штурмуем корабль, быстро. Бегом, на абордаж корабль, быстро. Бегом корабль штурмом. Быстро. Пароль! Какой у нас пароль? Пираты! Черт, я повери! Черт, нет! Думайте, какой пароль? Вспоминайте пароль! Думайте пароль! Просите Сережу, чтобы подсказал, как он спросит. Сережа! Вот дядя! Вспоминай пароль! Да фунгер! It makes me smile. I found it hard, so hard to find. Oh well, whatever. Never mind. Hello, 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 hello. When the lights out, it's as dangerous. Here we are now. Hesitate us. Пароль, пароль, заткнись, заткнись и дай пройти. Морская мозаика. Заткнись и дай пройти. Держи. Это что, так я придумал? Кусочек карты, бегом, бегом, бегом. Вы изучаете. Вы изучаете. Thank you.
оттуда. Все, стоп, ищите. Ура! Сюда, все сюда! Быстро, 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 все сюда! Влад, нашли! Ура! Ух ты, настоящий сундук! Пиратский сундук! Ой, это мне, сейчас у нас гигабайт, это мне. Это мне. Сидим мы в двоечниках глубоких.